Мне очень нравится путешествовать. Особенно, когда путешествия связаны с поиском смысла жизни, это вдохновляет еще больше. Такие поездки оставляют впечатление не только в памяти фотоаппарата в виде фотографий, но и в сердце, в образе глубоких эмоций и откровений. Я расскажу историю, когда впервые попал на рок-фестиваль Вудсток в Польше и навестил людей Харе Кришна, которые там проповедовали. Вудсток – это фестиваль, где собираются различные субкультуры – хиппи и панки, искатели духовных истин и просто бродяги, которые временно скрашивают свое одиночество с людьми другого полета. Погружаясь в историю, мы находим истоки этой легендарной тусовки. В 1969 году в Америке на ферме одного старика состоялся первый Вудсток, который посетили около 500 тысяч человек. Чтобы поднять этот грандиозный проект, были приглашены всемирно известные певцы и рок-группы The Who, Jefferson Airplane, Дженнис Джоплин, Джоан Баес, Джо Кокер, Джимми Хендрикс, Рави Шанкар и Карлос Сантана. Для некоторых исполнителей первый Вудсток стал переломным моментом в жизни и сыграл очень важную роль в их будущей карьере. По сути, Вудсток – это рок-фестиваль, на котором с тяжелой музыкой присутствовали и сопутствующие для этого разнообразные элементы, такие как алкоголь и наркотики. Но помимо всего прочего, сюда приезжают люди, которые пропагандируют жизнь в гармонии с природой, вегетарианство, сыроедение, отказ от табака, алкоголя, а также использование альтернативной медицины. Сюда приезжают проповедовать миссионеры различных конфессий – католики, адвентисты, пятидесятники, протестанты. Ярче всего здесь выделяются люди из Харе Кришна. Они больше остальных развернули свою проповедь на просторах Вудстока. Каждый год за несколько недель до начала фестиваля они строят палаточный лагерь под названием «Мирная деревня Кришны». Также они устанавливают полевую кухню и готовят свежую горячую еду. Практически со всех уголков фестиваля сюда приходят отведать их изысканные блюда. Уже существует такая традиция, что общество Харе Кришна – это часть Вудстока, и каждый прибывший на фестиваль должен отведать по традиции их божественной пищи, которая называется прасад. Естественно, я тоже не оказался в стороне и первым делом по приезду попробовал священной еды. Изрядно подкрепившись, я решил пройтись и посмотреть, как тут все устроено. На мое удивление, все места были заняты. Все поле было заставлено палатками, они подобно грибам выросли после изобильного дождя, и даже возле туалета и урн с мусором жили люди. А мусора было здесь немало. По дороге мне встречались разные чудики в необыкновенных одеждах. Здесь много таких ребят. У меня появилось впечатление, что Вудсток – это также простор для реализации своих творческих способностей и самых неординарных желаний. Моя
Мое знакомство с местными достопримечательностями прервало пение, которое доносилось со стороны торговых рядов, где продавали экстравагантную одежду и украшения для людей неформалов. Это была Радха-ятра, огромная процессия с песнями и танцами, в центре которой красовалась большая колесница. Обтянутая красной тканью и обшитая золотыми нитками, она выблескивала и переливалась на солнце. А во главе этого шествия был легендарный странствующий монах Индрадюмна Свами Махарадж. За всю свою жизнь он несколько раз объездил мир, проповедуя науку о Боге. И даже в своем преклонном возрасте продолжает это делать. На протяжении многих лет он стабильно проповедует на фестивале и, судя по его энтузиазму, останавливаться не собирается. Позже я узнал, что как только все начиналось, организатор фестиваля Вудсток лично предоставил палатки и все необходимое оборудование для того, чтобы люди из Хари Кришна организовывали здесь свою программу в рамках Вудсток. Перед этим у них уже был тур по Балтийскому морю и даже была своя музыкальная группа. Им нужно было просто взять и перевести все на Вудсток. Самое удивительное было то, что такие люди, как Индрадюмна Свами Махарадж, посвящают всю жизнь проповеди и приходят в места, где обитают всевозможные человеческие пороки, отдавая все свое время и внимание людям, живущим ради собственного удовольствия и употребляющие вещества, разрушающие их жизнь. Кроме раздачи еды, люди Хари Кришны ведут проповедническую деятельность, где раздают книги, и все желающие могут задать вопросы, связанные с самосознанием. А вопросов у меня накопилось немало. Почему я родился? В чем смысл жизни? Почему мы болеем? Почему страдаем? В чем счастье? Ведь я для этого живу. Вокруг колесницы танцевали женщины и мужчины в индийских нарядах и громко пели Хари Кришна, вовлекая постепенно в этот жаркий танец изобильно податых панков и рокеров, которые, оставляя на обочине банки со своим пивом, весело выплясывали и неразборчиво повторяли песню. Это была могущественная Радха-ятра, катание колесниц. Когда я увидел ее впервые несколько лет тому назад, меня очень удивило, что в самой упряжке вместо коней были люди. Они тянули ее за длинные канаты. Такая упряжка весила больше полутонны и была похожа на троянского коня из древнегреческой мифологии. И так же, как в истории с конем, в нем находились воины, только не целое войско, а один человек, управляющий колесницей. И наверху стояли божества, ради которых и устроили весь этот праздник. Изучая ведическую философию, я узнал, что это божества, которым поклонялись во всей вселенной, и у каждого есть имя – Джаганатха, Баладева и Субхадра. А сделаны они были из дерева желаний, которые растут в духовном мире, и всем, кто увидит эти божества или потянет колесницу за веревки, откроются врата в мир Бога. Раньше у Хари Кришны была очень маленькая деревня. Да и сам Вудсток был небольшой, но со временем все обрело глобальные масштабы, а людей начало приезжать во много раз больше. Поэтому деревня Кришны расширилась вместе с ее необыкновенными жителями.
Сознание Кришны на Вудстоке имеет влияние на целую Польшу и даже влияние на целую планету. Сюда приезжают люди не только со всей страны, но и со всего мира. Впервые, что бросается в глаза, это чистота. Это только внешние моменты этой культуры. Из-за низкого уровня сознания людей на фестивале очень много мусора, но когда они приходят отдохнуть в деревню Кришны и видят, как тут чисто, смотрят на людей Хари Кришна, видят их чистоту, искренность и думают, а почему мы так не можем? А потом уезжают и делают так же у себя дома. Все происходит в сравнении. Приезжие на Вудстоке получают первый контакт с сознанием Кришны, с Богом. Здесь они видят божества, принимают священную еду, общаются с проповедниками, и этот момент очень важен для их духовной жизни и имеет огромные последствия. Очень непросто обычного человека соприкоснуть с Богом, и к этому очень трудно подвести. Но здесь, на Вудстоке, тысячи людей так легко соприкасаются с духовной энергией. И этот первый контакт означает, что душа начинает свой путь к Богу, ее дорога в духовный мир началась. Для Индрадюмны Свами Махараджа это особое место, самое лучшее для распространения сознания Кришны. Однажды основатель движения Хари Кришна Шрила Прабхупада точно в таком месте начал проповедовать. Пошел ли он в университет или к политикам, или к аристократам, которые хорошо воспитаны? Нет, он пошел в место, где были наркотики, хаос, где люди искали цель жизни. Это как оазис, перенесенный пространством со времени Шрилы Прабхупады сюда. Ничего не изменилось, а просто проявилось в этом месте. Тот Вудсток, который был в 1969 году в Америке, особо ничем не отличался от сегодняшнего. Та же самая была атмосфера. Как и тогда, люди искали цель жизни. Они искали чего-то нового. Они нуждались в революции. Точно так же на первом Вудстоке люди употребляли ЛСД, различные наркотики и пробовали найти другое состояние, другой мир. В городах большинство людей сосредоточены на деньгах, на работе, на получении высших должностей. И они приезжают сюда, чтобы оторваться от этой системы, пьют пиво, употребляют наркотики, но, к сожалению, счастья нет. И после очередной такой иллюзии они выходят на улицу и видят необычных людей, ярких и радостных, которые счастливы, без интоксикаций и других вредных привычек. Людей из Хари Кришна. Они приходят к ним в гости, принимают просад, задают вопросы и потихонечку открываются как еж своей мягкой частью тела. Конечно, не все сразу случится. Не все сразу станут чистыми, серьезными людьми, принимающими Бога.
потому что это занимает даже несколько жизней. Но в перспективе вечности, то, что мы жили миллионы и миллиарды лет в этом мире, это только мгновение. Потому что если Господь Кришна прислал человека в это место, прислал эту душу и поставил танцевать, значит, у Бога есть план насчет этого человека. Кришна хочет, чтобы именно этот человек вернулся к нему. А если Кришна захочет, то это обязательно произойдет.